Заглянуть на 200 лет назад предлагает северодвинцам краеведческий музей. Новая выставка расскажет о событиях Отечественной войны 1812 года и о русском флоте. Более 100 уникальных картин, подлинные экспонаты потомков участников войны и предметы частных коллекционеров. Раньше всех увидела Марина Хохлова. Пинок для Наполеона от русского казака. Эта карикатура приехала в Северодвинск с 19 века. Она символизирует изгнание французского императора из российского государства. А здесь французская армия спасается бегством. Выставка «Отечественная война 1812 года и русский флот» готовится к встрече с северодвинцами. Здесь представлены экспонаты из Центрального военно-морского музея города Санкт-Петербурга, экспонаты из фондов Северодвинского городского краеведческого музея, экспонаты, уникальные экспонаты из частных коллекций, в том числе из собрания Александра Николаевича Вихрова. Фарфоровые тарелки, бюсты и сувениры из частной коллекции – самые уникальные и ценные экспонаты выставки. А еще более 100 картин. Изучить историю здесь можно по отрывкам войны, изображенным на полотнах. И эта выставка образно и полно расскажет об этой ранее не очень известной странице. Миссия нашего музея – передавать исторические знания поколениям, и мы служим городу. Жителей и гостей города ждет творческая программа и знакомство с организаторами уникальной выставки. Экскурсии по событиям прошлого стартуют 6 ноября. Марина Хохлова, Анастасия Рябченкова, Вестник Северодвинска.